Святитель Моисей происходил из Новгорода. Еще по молодости, оставив отчий дом, он принял постриг в Тверском отрочь-монастыре. Правда, вскоре, по просьбам родителей, молодой монах перешел в Колмов монастырь близ Новгорода, где был рукоположен в иеромонаха, а затем в Юрьеве монастыре был возведен в сан архимандрита. В 1325 году сам святитель Петр посвятил его в архиепископа Новгородского. Однако недолго управлял святитель Моисей Новгородской кафедрой. Постоянные распри, междоусобные и раздоры, пожары и другие бедствия тяготили архиепископа, ибо душа его искала одного – иноческого уединения. Потому ушел святитель на покой и 20 лет провел отшельником, совершая денно и нощно иноческие подвиги. Но новгородцы не забыли своего святителя, и по их настоятельным просьбам святой Моисей вернулся к своей пастве. Его повторное святительство ознаменовалось многочисленным строительством храмов и устроением 4 обителей в новгородской земле и окрестностях. Так писал летописец об архиепископе Моисее. «Он пас церковь свою, как пастырь добрый, защищал обиженных, берег бедных вдов. Собрав множество писцов, на свой счет написал много книг. Многих он утвердил в благочестии своими наставлениями». В конце жизни своей, почувствовав слабость и болезнь, святитель удалился в основанную им Сковородскую обитель, где последние дни земной жизни своей провел в уединении и молитве. В 1362 году наступила его блаженная кончина. Седьмое февраля – день памяти святителя Моисея Новгородского и Псковского архиепископа.